Народный коллектив современного танца «Ирис» открыл 26-й сезон. Среди открытий творческого года – три новые танцевальные группы. Впервые в истории коллектива ведется набор самых юных танцоров. Для малышей 3-4 лет профессиональными хореографами подготовлена оригинальная программа обучения, соответствующая младшему возрасту. Еще одно новшество этого года – утренняя группа. Не секрет, что в нашем городе очень много детей учатся во вторую смену. И это большая проблема для многих детей и родителей, когда они не успевают ни на спортивные, ни на танцевальные, ни на художественные секции, кружки, коллективы. И они вроде начинают заниматься, и все хорошо, уже и успехи есть, и раз все закрывается, ничего не получается. Либо бывает так, что первый класс отучились, второй класс, а тут вторая смена, не успеваем никуда, ничего не получается. И вторая смена еще осложнена тем, что занятия начинаются в 10:40 утра или в час дня, и когда они закончатся, неизвестно, расписание трудное. И очень хочется вот эти дети, чтобы они все-таки приобщались к искусству танца, поэтому мы в этом году открыли утреннюю группу. Она будет заниматься утром по вторникам и пятницам с 9 утра, чтобы вот те дети, которые не попадают в основные группы, все-таки имели возможность начать танцевать. И мы эту группу назвали так, как в свое время был «Манок для меня». 10 танцев к Новому году. Пусть это будут не самые сложные танцы, но это те танцы, которые танцуют все наши дети. Это и кадрили, и польки, и диско-танцы, и детские танцы. Уже 15 лет в коллективе функционирует группа для взрослых. А в этом году открылся курс «Латино-соло» для девушек 12-15 лет под руководством хореографа Ольги Фроловой. На мой взгляд, занятие латино-соло дает возможность ощутить всю прелесть танцевания в платьях, на высоких каблуках. При этом партнер у нас не обязателен. Берем мы как раз девочек-подростков. То есть вся прелесть и привлекательность бальных танцев в их глазах фактически реализуется в этом курсе. Впрочем, для людей любого возраста танцы – это отличный способ поддержать себя в хорошей форме. Они поднимают самооценку, улучшают здоровье и помогают приобрести новых друзей. Приходите в коллектив «Ирис» и убедитесь сами – здесь танцуют счастливые люди. Марина Лопаткина, Алексей Устинов. Новости Лыткарино.